Акция «Спасибо врачам» продолжается. Депутаты «Единоросс» Одинцовского городского округа и члены молодежного парламента поздравили персонал Звенигородского клинического центра восстановительной медицины и реабилитации с Новым годом и Рождеством. В подарок привезли несколько ящиков натуральных витаминов. Совместно с партией «Единая Россия» организовали акцию поддержки наших врачей, которые трудятся в сложное время на новогодние праздники. Хотели им подарить маленькую радость, привезли им мандарины. В стенах этого центра были спасены сотни жизней. Врачи борются за здоровье пациентов, больных ковидом, трудятся круглые сутки. Гостей с подарками встречают сотрудники хозяйственного отдела клиники. Очень неожиданно приятно. Помогают нам депутаты, очень поддерживают в это трудное время. А врачей, весь персонал, бодрит. Напомним, акция «Спасибо врачам» стартовала во время первой волны пандемии. Продолжается и сейчас. Активисты местного отделения партии «Единая Россия» и общественные организации регулярно навещают медиков и вручают им символические подарки в знак благодарности. Елена Кравченко, Жанна Набок, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».